Добрый день, друзья! Сегодня у нас распаковочка посылки из Китая, AliExpress. Мы получили аккумуляторы для камеры GoPro 7, которой мы с супругой пользуемся уже 3 года. У нас произошла беда. Батарейки, самые настоящие ее родные батарейки GoPro 7, стала раздувать. Они стали толстыми. И есть опасность того, что она во время эксплуатации разогреется. Вообще камера греется здорово во время эксплуатации и просто может разорвать, произойдет взрыв. Поэтому мы заказали на AliExpress. Одна батарейка стоит в среднем где-то в Питере 2500 рублей. Мы за 2300 заказали на AliExpress посылочку с тремя аккумуляторами, с зарядным устройством и с проводом Type-C. Сейчас мы это с вами и посмотрим. Что они нам прислали? Так, ссылку на этот сайт, где мы покупали, я оставлю в конце ролика. Смотрим. Та-дам! Так, зарядное устройство. Ага. Здесь вставляется провод, сюда вставляются три батарейки. Батарейки у нас опечатаны, запломбированы. Они по производительности чуть-чуть слабее оригинала, но у нас их зато три штуки. О как, еще и здесь. Такой чехольчик для что... Для кого-то это может быть, кому-то на рыбалку крючки носить, кому-то еще как-то использовать. Давайте проверим, как она. Вот родная батарейка. Вот родная батарейка. Вот. Тоже с язычком. С язычком. Берем камеру GoPro. Вытаскиваем родной аккумулятор. У меня их два родных аккумулятора. Ставим. Моргнула. Сколько пока? 60-65%, по-моему, зарядку показывает. Вот это вот не родные аккумуляторы. Мы их получили. Три штуки. Насколько будет хватать батарейки, это уже опытным путем. Если будет необходимость, задавайте вопросы по мере того, как мы будем пользоваться этой камерой, этими батарейками. Мы будем понимать, насколько хватает одной батарейки при 100% заряда. Задавайте вопросы, и через недельку-две я уже буду способен вам дать какие-то ответы. Но пока что, вот так вот, чисто внешне, еще нам пришел... провод, насколько я понимаю. Да. Type-C провод. Больше ничего, в принципе, не надо. За те же деньги, что стоит одна батарейка, мы получаем три батарейки. Три батарейки получаем в комплекте. Я думаю, что это достойная замена. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь. Если будет что-то интересное, мы будем обязательно показывать. Спасибо вам, оставайтесь с нами. Ну вот оно вот так вот выглядит. Зарядка. Подключили. С этой стороны лампочка для датчика. И вот такая коробочка получается. Заряжает аккумулятор. Зарядное устройство. Очень удобно, можно использовать прямо как контейнер для перевозки, переноски. В сумку положил и все, там у тебя три аккумулятора. Любой поменял, поставил, вытащил, все. Как-то так.